Спасибо. Это что за нахер? Дай еще один шанс уговорить тебя, Пачо, иначе я конкретно обижусь, братан. Знаешь этого парня? Дай мне минутку. У каждого из нас своя работа. И ты свою не выполняешь. Вот так вот все просто. Послушай. Когда твой кокс покидает Колумбию, ты задаешься вопросом, а доберется ли он куда надо? Или какой-нибудь урод все испоганит? Понимаешь? То, что я сейчас строю, уберет подобные проблемы. И единственное, за что останется переживать, чтобы люди не бросили вдруг нюхать кокс. Вижу, тюрьма заставила тебя подумать. Нет, не тюрьма. А моя дочка. Она родилась не слишком везучей. И теперь ее нет. Сочувствую. Я и представить такого не мог. Да, я тоже не мог представить. Но вот так уж все получилось. И если тебе выпал шанс жить, так давай, сука, живи. Вот чего многие люди не понимают. Они думают, что можно скрыться от невезения, но ни хрена не получится. Ведь невезуха всегда нагонит. Нагонит рано или поздно. Я не хочу бежать от невезухи, я хочу ее обуздать, чтобы она никогда не смогла добраться до нас с тобой, пойми. Но систему нужно строить по уму, братан. А чтобы все построить по уму, нужно время. Сколько нужно времени? Дай 2 месяца. Даю 1. У Бога была всего неделя.